Планируете ли вы встретиться с жителями поселка Зюзельский, которые взволнованы строительством карьеры у них в поселке? Мы разбираемся в ситуации. Есть специалисты, которые разбираются в этой ситуации. Самое главное, то, что эту работу по защите своих прав нужно было начинать гораздо раньше. Ведь глава района, глава города подписал в свое время разрешение. А сейчас нам приходится расхлебывать кашу, которая была заварена 5 лет назад. Мы обязательно с этим делом разберемся. Как будет готовое решение, либо я, либо представитель правительства, либо глава города, обязательно. Спасибо.